Попробуем на яме половить окуня. Не Окуня. Только окуня. Спингу, мне маме надо плотвичку с колокурочком. А, плотвичку. Ну... Сегодня будет удачливая рыбалка. Без шильника. Номера перебиты. Надо было взять с собой что-нибудь, да? Ну, горячительного. Ноги замерзли. И он, короче, молодец, чемпион, опять. А, ты статив. Смотри, вот смотри, что делает. Даже, даже чайку нечем накормить. Вот это я загарпунил. Теперь сравниваю. Иди сюда, ладно. Рыбы нет, тебя курицей накормят. Крупные птицы летят белые, непонятные. Да твои кореша, чайки. Подруга, у нас рыбы нет. О, круто как. Да? Привет, корешочки мои драгоценные. Всем привет, с вами Вано Шимано. Вано Шимано и Феофан. Посмотрите сзади нас, какие прекрасные виды. Мы поехали на рыбалку. 7:30 утра, нам надо сейчас... Вот смотрите, у нас лодка. Вот у нас лодка на машине. Кое-как зацепили, кое-как заехали. Озеро Муйозеро, большое озеро. Река самая большая в Карелии. Вон, лебеди нас приветствуют. Сегодня будет удачливая рыбалка. Был я на озере примерно такого же размера, на этой же реке. Очень плохо поймали. Надеюсь, сегодня мы оторвемся. Ищем ямы, стоим на ямах и рыбачим. А пока выгружаем лодку, друзья. Нелегка и неказиста. Жизнь проста. Друзья, вот такой моторчик у меня. Батя. Батя, я угнал у бати. Попользовался. Так, подержи, сейчас я бензинчика залью. Я думаю, нам сегодня этого хватит, да? Целого бака. Так, а я не знаю, может мы вон там сейчас встанем. И все, и кайка лопа. Держи мотор. Я езжу. Нормально. А, первая интересная вещь. Чтобы не потерялась. Херу за бензин взял. О, чувствую, сейчас где-то на кого-то. Ой, сколько тут бак? Ты пол-литра? Откуда я знаю? Наверное, немножко на это. Смотрите, за моей спиной просыпается солнце, начинается новый день. А Вано Шимано по старой рыбацкой традиции вяжет рыбацкие узлы. Не, эти узлы точно. А что так? Зачем так делаешь? А это хитрый способ. Он боится это утопить якорь. Холодно. Вот мы взяли зимние куртки. Сейчас лодку спустим. И отправимся. Тут по-настоящему, вон, видите, как красиво. Тут по-настоящему заход там такой узкий туда, в озеро. Лодка Флинт, я не знаю, какая это лодка. Не, ну люди интересуются просто, поэтому... Где написано, где шильдик? Без шильдика, номера перебиты. Ну да, был шильдик же. А, он нет, он есть, он черный, под черный такой, черный. 320-й. А, все, ну ты так долго делаешь это, блин. Это красиво дело. Надо снимать было, как ты делаешь. Это там такое. Ну что, друзья, вот прошло 40 минут, мы никак не могли мотор завести. Ну, мотор не мой батин, я объясняю. А там, где, короче, налили много бензина, мы как так поняли, да? И, короче, образовалось... Воздуха не хватало. И... Нет, наоборот, воздушная пробка. Что-то с воздухом. Вот. GoPro 5 у Вани на голове. На шее. Да, на шее, сзади нас рассвет. Позади, еще сзади мотор. Вот там утки. 300 метров от берега, а у нас в сапогах можно встать на дно. Да. Поэтому гребем. Приедем на яму сейчас. Яма у нас. Не, кстати, не буду где показывать, вдруг нас вычислят. И все, давайте. Вторую давай. Сейчас проверяем глубину. Вот у нас такой трак от... Это что, от 55-ки, что ли? Какой-то маловатый. Смотри, короче, больше 5 метров должно быть. Оно? Блять, узел. Кто это за такой узел сделал? Само. Давай, помогу. Двумя руками распутывай. Друзья, видите, как всегда получается. Интересно, все? Этот узел. Так, давай еще. Походу этого не хватит. О, хорошо. Десяточка, наверное, друзья.
Друзья, не хватает якоря. Метров. Такой глубины, конечно, поднимать будет прикольно. Такой. Да я подымал вот в сентябре. Что ты мне? Тянешь его, да и все, за жабры схватил. Так. Погоди, Вань, надо снять же тоже. Ну что? Вань, я тут запутался. Подожди, без меня не лови. Без тебя не лови, так может ничего и не это. Нет, тут будет сейчас 100%. Может 300 даже. Вань, помоги вот это. Красавчик. Так, друзья, я буду рыбачить на балансир, а Вано Шамано будет рыбачить на червя и на вот такую блесну. Посмотрим. Так, так, давай с разных сторон. Эй, так, смотри, когда начнет клевать, так, понял, да? Правая кнопка. Все! Смотрите, Вано Шамано начинает с чего. У меня тогда плотва даже на блеснах я начал. Так. У нас вот такие вот удильники, друзья. У тебя что, Ваня, за удильник? У меня Салмо. Купил в Петрозаводске за 200 рублей. Удила? Да. А у меня удила Кангли, да. Ну тут все понятно, да? Ну понятно, то же самое. Было, мне предлагали еще 300, но у меня удила на спиннинг меньше стоит, чем это, бортовая удочка. Ну. Поэтому... Привет. Да. Всегда мы стараемся с Вано Шамано рыбачить на принципиально разные приманки. Вот у меня балансир, у него блесна с червем. Ух ты, ветер, да? Главное, чтобы сильнее не поднялся. Ну, если что, к тому берегу прибьет. Будем ждать. Ноги замерзли. И он, короче... Ты сначала скажи, что я их намочил, пока он мотор заводил. Он их намочил и поехал в сапогах резиновых, блин. Хотя мама говорила ему, одень нормальные. Вот, и он оторвал от лодки, тут такие проставки у бати. Поролоновые. Ну, не поролоновые, это да, что-то такое. И, короче, он в носки запихал. Что не сделаешь, чтобы выжить? Вано Шамано, выжить любой ценой. Опа! Друзья, плотвица. Так, на хвост. И вот первая рыба. Друзья, и вот. Сейчас узлов 300 штук. Не, нормально. И вот первая рыба, плотвичка. Но мы ее невеличко. Первую, друзья, опускаем. Плотвичка, принеси нам всех своих корешей. Так, что-то. Ты видел? Оно. Я видел. Ждем ахну. Вот так, друзья. Видите? Теперь ждем, где плотвица, как говорится, там окуня сестрица. Друзья, Вань, молодец, чемпион, дай 5. Это убрать надо? Да, нет, отпустим, ты чё? Вот это я загарпунил. Теперь сравниваем, короче, смотри. Сейчас, подожди, как он? Говорит, загарпунил, блин. О! Ну. Одинаково, да? Да. Отлично. Не, ну по две рыбы, Вань. По две рыбы. Из глубины ушли. Так, сейчас давай еще по парочке, чайку можно попить. Я сейчас скажу, смело опускает. Друзья, ловлю я на мормышку. Вано Шамано мне любезно предоставил. Кто-то опускает килок. Кто же это может быть? Кто же это может быть? Очень холодно, смотрите, мы замерзли все. Хотел же взять своего козыря. Опять же. Не взял. Чертика, которого я зимой купил. А-а-а. Сейчас бы я... Ну, правда, он опускался бы эти 6 метров, полчаса. Да-да. Может, это еще двинуть? Блин, ну это вот этот адск. Друзья, ну это ерши нас наказывают. Видел? Нет. Че, ушел? Да, не, он это не засекся, я просто подумал, что он маленький. Окунь. Маленький окунь. Просто окуни так берут, я думаю. Не, я тебе говорю, хорошая. Да. Кивок вниз. Я не потянулся, я. Ну, у меня там опять же.
Тянет, смотрите, тянет, тянет. Тянет Иван. Вот так вот у меня обычно. А, ну понятно, это круче, чем. Друзья, хотели, конечно, на блесны порубачить, но вот я вот на мормышку решил. Как-то повеселее. Ну что, Вано Шамано предложил чайку. Пока твой у тебя не остыл. Мой оставим, да, на потом. А может, ты чайку еще с чем-нибудь? Нет? У тебя есть какие-нибудь бутерброды? Ты мне сделал бутерброд? Конечно. У меня сало и хлеб, ничего не нарезано, короче, и чесночина. Холодно. Не покупайте. Это супер. Термос из фирмы Раша. Не знаю, что это. В общем, друзья, смотрите, мы как бичуганы какие-то. Ну, очень холодно, реально. Сегодня заморозок был где-то минус 5. И вот чуть-чуть снега шло, пока рыбачим. Ничего не клюет. Ничего не клюет. Поймали я плотвину, он Ивано Шамано ершину. Хотим окуня половить. Ну, сейчас время для окуня, еще не поздно. Яму нашли, все сделали. Не знаю, пока что не выходит. Будем стараться. Будем пробовать, да? Оно. Да-да. Колени даже мерзнут. И мы в куртках вот таких вот. У меня вон хапуга. Хапуга это сшила. Плюс 30 к теплоте. Связала. Так вот донки. Мы чаю не дождемся, как он льется. Друзья, вот так вот. Смотрите. Ну дай мне какой-нибудь колбасы-то. Есть тут что-нибудь? Руки мерзнут. Давай быстрее, пока руки мерзнут. Пока руки мерзнут. А вот так вот. Ну ё-моё. Сразу видно, вот ты вот собирался. Не мама тебя собирала, а ты. Друзья, приятного аппетита. Чаёк. А себе, главное, вон, достал в сборе, блин. На дальний кордон. Там всё будет. Короче, у меня такое предложение. Вы высадиться вот на тот берег, там побегать, погреться, может что-нибудь жевануть, согреемся. Выезжаем еще на вылазку на одну. Ой, друзья, посмотрите на Вано Шамано. Мы очень замерзли. И ни хрена не клюет, и замерзли. Посмотрите, какой камень. Или что это, коряга? А? Где? О, смотрите, друзья, видите, уже забереги вон, во льду. Да что-то надо лодку туда затянуть. Слышь? Друзья, лед. Неудивительно, что мы замерзли. Че, разжигай костер. О, видишь, перо. А у тебя есть что? Да. Друзья, костерчик решили разжечь. Все замерзло. Вон там лодочка стоит у нас. Такой ветерочек и очень холодно, очень, вон берега, он подмерзшая все. А? В смысле? Вон Ваня там кого-то гоняет уже. Или Ваню кто-то. Это всегда, уже не всегда. Надо? О, Вано Шамано нам костерчик забабахал. Ну, хоть на выжить любой ценой, да? Снег вот пошел у нас. Ой, как холодно. Не закладывай там. Вот так вот. О. Мы выживаем как можем. Ну, а, наверное, это чайку, да? Её куда? Давай моего. Ой, друзья, это жопа, конечно. Друзья, это фиаско. Замерзло все. О, прямо аж трясет. Вот разожгли костер на берегу. Сейчас. Где бутерброды? Руки не работают. Супер. Ой, подожди, ты горела только что. Я вижу, как тут горит у тебя, блядь. Я ходил в это. Лодка. Ай, дубак. Шамано, дубак. Ай, сейчас все будет. Я сомневаюсь вообще, не будет? Что что-то выйдет у нас с этого дела. Ликетчику. С хлебушком.
Сало. Да, пока выпей, пока горячее. Сало давай. Сало. Сало резать надо. А резать не на чем. И поели сало. Не матюгайся, Вань. Да как не матюгайся, блядь? Ну иди, а, вон есть у тебя пару кусков нарезанных. Вот, давай сальца. Сальца. Сальцевого все равно место такое. Вот так, друзья, выживаем с салом и чесноком. На ноги отогреть. А это надо майдан принести. Ну что, дай чай там мне. Давай, давай. Бля, медленно пьешь. Иди за майданом за своей, для них. Нет. Все мокрое. Короче. Чего? Так. Мы согрелись немножко. Мы не сдаемся. Еще одна попытка. Едем на дальний кордон, там, где ловим зимой. Попробуем там. Лед, да, под ногами? Лед, да. Что там тянешь, Вань? Не понимаю. Друзья, 7 метров глубина. О! Первый окушок! На мормышку. Молодец. А что не включил камеру? Я оставлю. Да ну нафиг такой. Ну и что ты, иди, бери. Не... Вот можно, смотри, вот смотри, что делает. Смотри, что делает. Кто это? А, это эти. Прикинь, какая наглость, да? Когда ружья нет, сюда, да? Молодцы. На камеру. О! Тихо, вырвало у него губу. О, о. О, да что ты так сильно? Ты трыть. Ну я тебя не учу, а, блин. Было, видите, друзья, у него на мормыньку. У Ивана на мормыньку, а у меня на блесну с червем. Не хватит. Чайку надо покормить. Как-то выловить. Тихо, тихо. Не это, не дрюкай. Пусть, вот так пусть. Если бы ёрш это. Это ёрш. Он бы встал бы уже давным-давно. Это. Значит, тут на место дислокации менять. Ты же сказал, мы поймаем. А? Ну я думал, ну это думал же, ты, тут же яма. Ну, яму уже шуману. Раз останавливались на одном и том же месте. Не, ну ты же видишь, снег вижу, идет. Конечно. Ветер восточный. Но... Понимаешь? И контента целая этот, 32 гига. Рыбалка бывает разная. Курицей пришлось чайку кормить. Друзья, ну такая вот, что сделаешь? Возвращаемся с рыбалки. Ой, снег пошел, ничего не поймали. Вано Шимано поймал. Вот такого этого ёршика, и окунька, и оплотвицу, и все. Еще несколько поклевок было, и все, друзья. Едем уже все домой, потому что замерзли сильно. Но мы сделали доброе дело, накормили чайку курицей. Ладно, все.